хоть что? Хорошо. У нас много было дней рождения и событий. Давай первый начнем мы с Щерлупкина. У него важное событие. Поздравляем твоего Виктора. Всем благ. И родителей. Так, Стас, дальше у нас что пошли? Эдер, тоже день рождения. Только ПДР. Еще Батурент. Так, с кого начнем-то? Давайте из коридора обязательно. Тренер. Никита поставил. Все. Ты дождался, Бат? Большим удовольствием. Так, эмоциональная тренировка. Сначала пробежались, потом поиграли в квадраты и в конце опять пробежались, но так позитивно все настроено. Я вот сейчас вышел, я месяц, наверное, ничего не видел, поэтому сразу вот такие эмоции, и вот дай бог, чтобы ничего не беспокоило и провести сбор на хорошем. У меня отпуск такой маленький получился, 10 дней, потому что на море отдохнуть, а надо было заканчивать. Ну, травма серьезная, мне сказали, что надо заканчивать, чтобы быть готовым к сборам. Я ее закачал, но небольшой дискомфорт есть, но это через тренировки и через индивидуальную работу, я думаю, то, что я наберу кондиции уже на первом сборе. So far, if you no abnormality or nothing that is right. Okay.
Ну, у нас не все ребята живут в России. Многие прилетают на сборы непосредственно уже к месту сбора, в данном случае это Малага. Поэтому было решено провести медобследование тех ребят, которые не смогли быть в Москве, здесь, на месте уже самих сборов. Все ребята здоровые, очень неплохо потренировались во время отпуска, у них была своя программа, каждого индивидуально все занимались, о чем свидетельствует хорошее физическое состояние, поэтому я думаю, что вполне готовы приступить к интенсивным тренировкам первого сбора.